Всем здравствуйте! Лидеру группы Любэ идет 64-й год. Он много работает, но болезненный вид выдает его состояние. Около 20 лет назад Николаю Расторгуеву поставили диагноз «хроническая почечная недостаточность». Певец долго справлялся с резкой болью в пояснице с помощью народных средств. В 2015 году его несколько раз госпитализировали прямо во время концертов. А потом исполнитель решился на операцию по пересадке почки. Тяжелая болезнь не лучшим поводом отразилась на артисте. Он пытается держаться молодцом, но нездоровый вид выдает его состояние. На странице в социальной сети певец поделился снимком из спортзала, который подписал так: «Страшно доволен собой. Победил главного врага – лень». Расторгуев пояснил, что занимается простой физкультурой. Многочисленные подписчики в Инстаграм поразились разительным переменам во внешности Николая. «На деда стал похож, это не лень. Это болезнь, и вы с ней боритесь. Это здорово! Сил вам и вашей семье! Ох, Колька, постарел ты! А было время!» – отметили пользователи. Несмотря на возраст и ряд проблем со здоровьем, 63-летний Николай Расторгуев продолжает активно выступать, ездить с гастролями и сниматься в музыкальных клипах. Периодически в сети появляются новости о здоровье музыканта, однако они не всегда оказываются правдивыми. Сам артист не распространяется о своем самочувствии и старается избегать этой темы. Например, зимой 2019 года СМИ сообщали, что Расторгуев пережил сердечный приступ. Певец воспринял эту новость в штыки и опроверг слухи. Тем не менее, в середине 2000-х годов он действительно столкнулся с серьезными проблемами со здоровьем. А у нас на этом все. Спасибо, что были с нами. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки, комментируйте. Всем пока-пока!